каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В Туве подвели итоги международного этапа конкурса «Военное ралли» в рамках международных армейских игр «Армии-2019». В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны России, генерал армии, герой России Дмитрий Булгаков, командующий 41-й общевойсковой армией Яков Рязанцев, начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны Сергей Бибик. Наши соревнования – это прежде всего развитие сотрудничества и укрепление содружества вооруженных сил стран-участниц. The main goal of these competitions is first of all the development of cooperation and strengthening of the relations of the armed forces of the participating countries. Все без исключения участники конкурса показали высокий уровень подготовки и отличные результаты. А зрители увидели мастерское владение современной техникой, умение быстро принимать правильные решения в сложной обстановке, действовать как самостоятельно, так и в составе подразделений. Третье место по итогам индивидуальной гонки грузовых автомобилей с колесной формулой 4х4 занял экипаж вооруженных сил Узбекистана. Первые и вторые места достались команде России. В индивидуальной гонке грузовых автомобилей с колесной формулой 6х6 команда вооруженных сил Узбекистана вновь стала третьей. Второе место досталось команде Китайской Народной Республики. Первыми стала команда вооруженных сил России. В командной гонке, самом важном этапе военного ралли, третье место разделили команды Сербии и Белоруссии. Вторым по результатам заезда стал экипаж вооруженных сил КНР. Победители командной гонки – команда России. По итогам всех соревнований Россия стала абсолютным победителем международного этапа конкурса «Военное ралли» и обладателем Кубка армейского состязания. Сил Республики Сербия и Республики Беларусь. Третье место. В международном этапе конкурса «Военное ралли» в рамках международных армейских игр «Армии-2019» приняли участие команды 5 стран. Впервые к состязанию присоединились команды вооруженных сил Беларуси и Сербии. Общая протяженность маршрутов на всех этапах конкурса составила более 500 километров. Торжественная церемония награждения завершилась концертом ансамбля «Песни и пляски» российской армии имени Александрова. Третьего и 25 августа 2019 года в спортивном комплексе имени Ярыгина состоится универсальная выставка-ярмарка «ТВА-Экспо 2019 года. Осень». Основной целью выставки является демонстрация достижений и новинок продукции, продвижение продукции местного производства, а также расширение деловых и торговых связей. На выставке свою продукцию и услуги представят субъекты предпринимательства Тувы, Новосибирской области, Республики Хакасия и другие регионы. Коллективная экспозиция Тувы традиционно будет сформирована из числа местных товаропроизводителей под брендом «Сделано в Туве». Выставка будет интересна как специалистам отраслей промышленности, строительства, ЖКХ, АПК, так и рядовым жителям и гостям республики, которые найдут здесь оборудование и материалы для своего дома, а также различные потребительские товары от одежды и обуви до эксклюзивных продуктов питания от фермеров. Подать заявку на бесплатное участие субъекту малого и среднего предпринимательства, зарегистрированного и ведущего деятельность по производству продукции в Туве, можно, обратившись по контактному телефону 2-17-67 или в кабинет 209 Дома правительства Республики Тыва. Сегодня на аппаратном совещании были затронуты ключевые работы на текущую неделю. Так нужно обеспечить весь необходимый объем работ по кормозаготовке, подготовке к отопительному сезону, строительных работ и капитального ремонта. Основные ответственные – администрация муниципальных районов совместно с отраслевыми министерствами. Отдельно был обсужден вопрос готовности к началу нового учебного года и проведению августовских совещаний. Основной акцент – День Республики, который отмечается 15 августа. Был
было сказано, что республиканские органы государственной власти должны в эти дни обеспечить максимальную открытость обществу, для разъяснения развития своих отраслей задействовать все механизмы взаимодействия с обществом. От приемов граждан до тематических интернет и любого рода масс-сессий с гражданами. Еще одно крупное мероприятие недели – международный конкурс-фестиваль «Хоумей» в центре Азии. Глава Тувы поставил задачу перед министром культуры Алдаром Дамдыном принять все меры, чтобы фестиваль прошел на высоком организационном уровне. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых жизней удалось спасти, а сколько нет? Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП уносит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способно сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Седьмого августа в Барунхемчикский межрайонный медицинский центр доставлены два мальчика в возрасте 5 лет с лекарственным отравлением. Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что дети играли на улице возле заброшенного дома. Во время игры обнаружили на свалке 3 таблетки белого цвета. Попробовав на вкус, от любопытства дети проглотили таблетки. Через некоторое время после возвращения домой мальчикам стало плохо. Родители незамедлительно отвезли детей в медицинское учреждение. В настоящее момент их состояние оценивается как стабильное. Сотрудники полиции выяснили, что дети из полных благополучных семей, которые на учете в ПДН не состоят. С родителями детей проведены профилактические беседы о недопущении впредь подобных фактов. Во избежание несчастных случаев с детьми МВД Тувы настоятельно рекомендует родителям и взрослым быть бдительными и обеспечить постоянный присмотр за детьми. В Туве побывала комиссия по проверке готовности объектов здравоохранения к ситуациям ЧС в составе начальника управления по работе с регионами штаба Всероссийской службы медицины катастроф, Всероссийского центра медицины катастроф, Минздрава России, защита
Игоря Ювкаева и заместителя директора территориальной медицины катастроф Омской области Сергея Храпова. В состав комиссии также вошли главный врач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Шалбан Сарыглар, главный внештатный специалист Минздрава региона по медицине катастроф Вячеслав Данжалов. Комиссия проверила уровень готовности станции переливания крови непосредственно Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, посетила травматологические центры всех уровней, включая травцентр в селе Балгазан Тандынского Кажуна, медицинские организации Улукхемского и Тандынского Кажунов. О результатах работы было доложено министру здравоохранения Орлану Донгаку. Итогом работы стала договоренность о постоянном взаимодействии в целях дальнейшего совершенствования работы по поддержке необходимого уровня готовности к непредвиденным ситуациям. Во всех образовательных организациях в период летних каникул проведено около 4000 мероприятий с охватом более 24 тысяч школьников. Из них около 1800 мероприятий в школах, 657 в домах культуры, 716 в библиотеках, 769 в спортивных залах. Всего по республике проведено более 5300 рейдов, из них по охране общественного порядка 1170, по посещению неблагополучных семей около 2000, по посещению под учетных детей 1800, по контролю и продаже алкоголя 376. Так, в рамках межведомственной профилактической операции «Ура-лето» в образовательных учреждениях республики проводились различные творческие, спортивные и просветительские мероприятия, один из которых – межведомственная квест-игра «Летний лагерь. Территория знаний». Специалистами подведомственных учреждений Министерства образования и науки совместно со всеми субъектами системы профилактики проходят выездные командировки в детские оздоровительные лагеря республики. В целях формирования законопослушного и культурного поведения несовершеннолетних, навыков безопасного поведения у детей, закрепления и систематизирования знаний детей о правонарушениях и его последствиях, правилах пожарной безопасности и безопасности на воде. Отличившиеся команды по итогам квест-игры награждены грамотами и призами Министерства образования и науки. В Кызыле 14 августа в 18:00 в выставочном зале столичного дома художника откроется персональная выставка члена Союза художников России, заслуженного работника культуры Республики Тыва, лауреата премии «Комсомола Тувы», педагога, художника-пейзажиста Владимира Агрыоловича Хавалыга. По его художественному рейтингу профессионального Союза художников России Хавалыг входил в число художников, обладающих незаурядным творческим потенциалом, имеющим перспективную оценку специалистов. Владимир Хавалыг работал в жанре пейзажа и тематической картины, создал ряд серьезных произведений, посвященных жизни современной молодежи Тувы, портреты выдающихся современников. Для его живописи характерны лиричность, самобытность, оригинальность композиционного построения. Неповторимая яркая цветовая гамма работ художника роднила его творчество с произведениями импрессионистов. Хавалыга даже называли «тувинским Сарьяном». Его простота изображения и локальность цветовых решений была известна в художественном мире среди деятелей культуры и искусства Сибири. Работы Владимира Хавалыга были визитной карточкой тувинской живописи за пределами республики. Лучшие произведения художника находятся в выставочном фонде Союза художников и Министерства культуры России, в художественных музеях Омска, Томска, Барнаула, Красноярска, а также в фондах Национального музея имени Алдан Маадыр. В течение суток 12 августа местами по республике Тыва ожидаются грозы. Усиление северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду. Возможен град. Ночью и утром местами туман. По республике переменная облачность. Местами небольшие и умеренные дожди. Грозы. Возможен град. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Местами при грозах от 13 до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 плюс 11 градусов. Местами от 1 до 6 градусов. Температура воздуха днем плюс 19 плюс 24 градуса. Местами плюс 13 плюс 18 градусов. В Кызыле переменная облачность. Ночью без осадков. Днем небольшие дожди. Возможно гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 плюс 11 градусов. Днем плюс 22 плюс 24 градуса.